Сердце отдали детям. Так о героях своей книги говорит педагог со стажем Валентина Михайлова. Автор представила новое издание о школьных буднях и работе учителей Коммунарского района. Презентация книги прошла в 6-й гимназии. Там собрались родные и близкие писательницы, представители сферы образования и местной власти. Как все прошло, расскажет Юлия Пахилько. На создание книги об учителях и школах Коммунарского района у Валентины Михайловой ушло 2 года. В издании есть очерки о самих учебных заведениях, а также о директорах и лучших педагогах. Сама автор говорит, в своем произведении хотела еще раз напомнить, насколько важна профессия педагога. Школа – это мое життя. Я закохана в профессию учителя. И мне хотелось уславить учителя. А учитель – всіх їх поєднує любов до дітей, любов до школи, відданість своїй справі, відданість країні, вітчизні. Валентина Михайлова отмечает, в написании книги ей помогали директора, педагоги и даже ученики школ. Поддерживали автора и в Гордепартаменте образования. По словам его начальника, в будущем эта книга станет частичкой истории о городе и запорожцах. И у нас есть школы, которые имеют свою очень глубокую историю, свои традиции. И хотелось, чтобы об этом узнали как можно больше и учителей, и родителей. Издание этой книги и в написании очень активное участие принимали руководители школ, территориальное отдело образования. Маринюк Людмила Викторовна нам помогала, постоянно была наставником и куратором в издании этой книги. Так что огромное всем спасибо. Книга «Тут дитинство и юність звенять» уже не первое издание о педагогах, говорит Валентина Михайлова. Автор отмечает, на достигнутом останавливаться не собирается. Признается, уже задумывается о произведении обо всех «Альма-Матер Запорожья».